Доброе утро, Гемсити. В криптовалюте явно не хватает новых музыкальных героев. Поэтому мы решили исправить это. Подпеваем, друзья. Подпеваем. Ты знаешь, о чем мы? Монитокс, грязен, а я. Я взял кредит в банке, чтобы купить криптопанка. Заначку из банки, пенсию мамки. Эй, мамуль, твой сынок не долбоеб, а инвестор долгосрок. Покупаю на низах, продаю на хаях. По крайней мере, так говорю при друзьях. Хотя самый биг профит мой, слушай. Adobe Uniswap, One Inch, суши. Я постоянно онлайн, я чел важный очень. Поднимаю ноды, как бомжи просрочки. Не мульти аков, но пролетаю как лох. Гонаду решаю, ведь читаю фак лох. По моим щекам слезы, слезы Сатоши. Ставлю их в позы, шорты и лонги. Профит пол икса, шорты и бонги. Если ты спросишь, ну шоты, ну шоты. А я фа-моё. То? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да я фа-моё. Что? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да я фа-моё. Кто? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да я фа-моё. Знаете? Да я фа-моё. Вчера на тролике, сегодня на гелике. Завтра на велике, паки и сейлы не дают спать, и мой метамаск готов покупать, хоть и дампит Рила Маск. Я бы ему настучал по ебу, ведь доджкоин должен лететь на луну. Но пошел жестко, как в хату ОМОН. Я не нюхую соль, но я держу сол. Я не нюхую соль, но я держу отда. И не нужны мне видосы с панкапами. Я теханализ заменил мастурбацию. Жаль, что жопы нельзя платить за транзакцию. Подумал я, смотря сколько потратил газа. Если жена узнает, то разведется сразу. И мой психолог не знал, что ответить. Это не лечится, это до смерти. Да я фа-моё. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да я фа-моё. Такая вот песенка, друзья. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы и ютуб Монитокс. А я. Скоро мы выпустим свои NFT-шки, и я выпущу свой альбом Грязен. Йо, йо, йо.